Что сам кушаем? Творожок? Вот так вот. Все, пришла пора смены футболок по 3-5 раз в день. Хотя, скажи, до этого за мазюркой мы были. Но это уже будет и на волосах, и на футболке, и на полу, и на стульчике. Пришла пора того, что он сам хочет кушать. Он начал проявлять очень сильный интерес к ложке. Все время просил, просил. Думаю, дай-ка мы на творожке попробуем. Давай, мама так творожок возьмет. Бери. На. Бери теперь сам. Давай. Вот так вот. Умничка. Так что поздравьте нас. Это он первый раз кушает ложкой сам. Ему год. И, чтоб не соврать, год и 4 почти. Здесь, скажи. Такой ты красавчик. Смотри, какой красавчик сразу. Да, кто красавчик? Кто мамин красавчик? Боря? Ты? Я мамин красавчик? А может ты? Или ты зрителям говоришь, что вы каждый красавчик? Пальчиком показывай. Давай еще раз, мама тебя наберет, чтобы надо набирать, сам еще не умеет. Давай. Вот умничка. Ты умничка. Такой вкусный, скажи, творожок я кушаю сам. Вот такое у нас, ребят, событие. Поздравьте Боречку. Да, ему на память останется, как он впервые сам кушал ложечкой. Это уже все. Будем теперь стараться ему такие вещи, как пюре, рис. Ну, то, что хорошо на ложке держится, не просыпается. Например, гречка рассыпается. А вот такие вещи, которые вот комочками как бы держатся, да, на ложке. Ну, то есть не рассыпчатые. Пока что суп тоже рановато. А вот так, такие вещи, как пюре, вот. Творог будет кушать уже сам, пробовать. Я ему буду набирать на ложечку, а он будет сам кушать. Так что у нас вот новый виток в его развитии. Новый виток в жизни Бори. Только не руками. Нет, ложечкой бери. Ложечкой, правильно, ложечкой. Руками, конечно, проще всего. Надо ложечкой. Да. Ну все. Будем мы кушать. Пока-пока всем.